Бог является тем людям, которые сами ищут Его. Людям, которые не ищут встречи, Бог себя не навязывает. Это не просто слова, это опыт. Бывает такое благодатное время, когда встреча, та самая, о которой говорил митрополит Антоний Суржский, или похожая на нее, сама по себе меняет человека. И тогда человек, бывает, сам себя не узнает и видит в мире свое отражение. Люди вдруг становятся какими-то другими, добрыми, простыми. Погода начинает радовать, которая вчера еще буквально раздражала. Но потом это время по разным причинам уходит, и наступает пора работы, работы над собой и внимания к своему внутреннему миру. Быть христианином – это значит постоянно внимать внутреннему голосу, голосу совести, и быть внимательным к окружающим людям и происходящим вокруг событиям. Пытаться увидеть себя и других людей глазами Христа. Дыхание Бога можно почувствовать везде. Даже под самым серым, казалось бы, небом можно увидеть радость. Христос что нам говорил? Не бойтесь. А еще говорил: радуйтесь. Я не знаю, откуда в мире столько страданий. Иногда сложно даже описать их тяжесть. Для чего Бог их нам попускает, я не знаю. В Библии сказано: мудрость мира сего безумие перед Богом. Я только стараюсь большим или меньшим успехом делать все, чтобы боли стало чуть меньше, а радости чуть больше. Надеюсь, это и есть христианство. Если нашу веру воспринимать в целости, без углублений во мнение, то она прекрасна в своей понятности. Любите друг друга и так исполните закон Христа. Это и так понятно, но и так трудно. Счастье, если со стороны человека оно искренне, это всегда встреча со Христом. До конца осознать эту тайну вряд ли возможно, но прикоснуться и ощутить ее можно, и тогда мы поймем, насколько это прекрасно. Тогда слова Христа «не бойся» и «радуйся» станут нашей сутью, смыслом нашей жизни. Но для этого нужно верить, и нужно жить верой. Мудрецы говорили: «делай, что должен, и будь, что будет».